Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, да, со своей простудой я тут немного подзапустил дела, но уже вроде как все хорошо, и у нас легенды Дракономании, вот буквально недавно, да, ну, как видите, еще даже час не прошел, короче, у меня получилась комбинация на 1 день 23 часа, используя огонь плюс принц, а это значит, что это комбинаха на нашего месячного дракона. Лазарь, конечно, я не успел к акции, где нужно было, можно было сделать какую-то там чешуйку, используя дракона Лазера. Но, тем не менее, у нас он есть, и еще остается 15 дней. В общем, там можно будет переключиться на выведение других драконов. Кстати, вот дроида я пробовал выводить, наверное. Кстати, смотрите, как похоже дракон-дроид, это у нас колдовской. У меня есть на него комбинаха. Ну, в смысле, не есть комбинаха, а есть жетончик, видите, я могу его вывести, у меня он разблокирован. И вот есть у нас дракон, каменный змей, как будто бы из какой-то там 8-биточной игры, типа там какой-то, не знаю, босс из Контрафорс, вот, то есть Контрафорс, так называлась вроде бы игра. В общем-то, зернышко плюс война, вот такая вот у нас комбинаха для выведения этого дракона, ну, чисто так, для коллекции. Стихии металл плюс тень. Ничего особенного из себя не представляет. Но это не самое главное из того, что у нас происходит. Самое главное, конечно же, это вот это, ребята. Так, ну вообще-то давайте мы вот сюда зайдем. Во, ребятки, это у нас... Блин, нельзя даже уменьшить. Это у нас остров, алтарь, короче, этих... божественный, короче, у нас там боги Тор, Один и все дела. Вот это вся вот эта вот стихия... Как это у нас правильно называется? Испытание Одина. Ну да, точно. Я же уже об этом даже когда-то говорил. Испытание Одина. Это все в сумме займет у нас много дней. Там что-то 30 с чем-то дней. На первый этап у нас отводилось, получается, 7 дней, по-моему, с чем-то. А я, получается, провтыкал. Сегодня вторник. Я записываю эту серию. Я только во вторник в обед вот зашел в Легенды Дракономании. То есть я пропустил тупо весь понедельник. А это значит, что жопа, ребята. Это полная жопа. В общем-то, ни на что в этом подземелье рассчитывать уже не приходится. Раз я пропустил один день, я все-таки играю без доната. То есть никак себе не помогаю, потому как бы... Чтобы мне пройти это подземелье, нужно с самого начала, с первого часа, короче, все дело это выполнять. Ну, а я очень сильно уже отстал. Так получилось. Так, ну, а, вот, да, 33 дня и еще один было, то есть 35 дней была вот эта акция. Опять же, у нас есть коллекция, которую нереально собрать, потому что нужно выполнить все условия во всех подземельях, во всех этапах, короче, чтобы это собрать. Но это, давайте посмотрим, какие у нас божественные драконы здесь есть. То есть самый крутой, как был у нас, у нас же там было вот это, как это, корова была, да? Ну, с рогами дракон, короче, был самый главный, по-моему, в прошлой акции божественной. А здесь у нас это Фрея. Фрея, да, такая симпатичная, какая-то афинянка, не знаю, кто она там на самом деле. Давайте прочитаем. Дракон Фрея — это божественный дракон любви и битвы. Может показаться, что это полные противоположности, но если тренер не понаслышке знаком с драконами, он поймет, о чем речь, о любви к битве, ребятки. Вот такой у нас божественный дракон с атакой в 78 сходу. Короче, чертовски силен дракончик этот. Но чтобы его получить, нужно, как я сказал, выполнить все и вся. То есть это... космос. Этого невозможно. Это, кстати, прикольный, да, дракон. Дракон Локи. Похож на Локи из фильма Тор, да. Это такой приемный сын Одина. Сводный брат Тора. Коварный дракон Локи, тот еще плут. И, кстати, да, он в последнем фильме «Война бесконечности» на самом деле не умер. Он стопудово будет жив. Так, он постоянно плетет... сумасбродные интриги против других божественных драконов. Да, например, типа там наслать забвение на своего отца Одина и занять его место, например. Там 10 раз умереть, а на самом деле оказаться живым, там все иллюзии и дела, короче. Ну, в общем-то, кто любит Мстителей, ставим лайк. Иногда он добрый, иногда злой, но всегда бесцеремонный. То есть у него атака 74. Ну, блин, да, Фрея, конечно, капец какая сильная. Один, атака 75. Прикольно. Мне напоминает он вот этих собачек маленьких йорков. В таком вот варианте. Предводитель северных божеств дракон Один странствует в поисках знания. Он любит познавать новые почти так же сильно,
новое, почти так же сильное, как и сражаться, и служит отличным примером для других драконов. Ну, вообще-то, на самом деле, Один это очень паршивый такой вот какая-то сволочь. Вот, на самом деле, вот так. То, что нам показывают в фильмах, вот эти вот комиксах, там все слишком приукрашено. То есть, если почитать настоящую историю Одина, он очень злой, коварный, убийца и так далее. В общем-то, Один очень плохой бог, на самом деле, да. А Локи у нас вообще, это же у нас какие там ледяные великаны, да, он из ледяных великанов. Вот так вот. Так, дальше у нас дракон-скелет. Так волновался перед первым боем, что раскрасил себя. Ух ты, блин, собака Баскервилей. Чтобы устрашать врагов. К сожалению, он не сумел прочитать, что краска была не смывающаяся. А чё, волшебства нет смыть эту краску? Так, идем дальше. Кто у нас еще здесь есть? Дракон Хель. Хель это вот эта вот сестрица Одина, да? Ой, сестрица Тора, да, вот это же она. Хель. Хель, это она была? Короче, повелевает теми скверными душами, которые не отличаются добротой. Ну да, наша царица там подземелья. Тренер считает, что дракон Хель, вероятно, повстречалась с многими викингскими душами. Со всеми, кто умер. Эпик силы 70. Ну, такие себе. Не, стихии не прикольные. Так, кто у нас еще здесь? Дракон Сульфур. Это у меня такой дракончик есть. Так, дракон Леший. Кстати, где-то я его видел. На него акция сейчас, какая-то не идет. Заядлый фермер. Да, идет на него акция. В общем-то, пойдем посмотрим сейчас. Ну, и, в общем-то, это украшалки всякие, да. Кстати, по вселенной же, ну, как там, по мифологии викингов, да, там, ну, короче, людей, которые верят в Одина и всякую эту штуку, весь мир, то есть, состоит, по-моему, из 7 миров, да, то есть, там, как же там, ну, Асгард это один из миров, то потом Мидлгард это, по-моему, Земля, короче, ну, вот эти вот все, 7 миров существует, то есть 7 вселенных, и они между собой как бы связаны как бы вот таким вот этим, все вселенским деревом каким-то, вот так вот как-то так, ребята. Так, ну, давайте пойдем посмотрим. Получите. Кстати, а что я тут могу получить? В этих специальных наборах вас ждут недостающие божественные драконы из предыдущих глав. Ух ты. Набор 3 главы. Набор 2 главы. Так, а как эта штука работает? Из предыдущих глав. Один Тор. Нужно 100 билетиков. А почему они не активны? Доступно 12 дней, 21 час. То есть как это? Эти наборы когда активируются? Только через вот это, вот через 13 дней аж. Один Локи, Фриг, один Тор. Ну, два же у меня билетика есть. Короче, что-то я не понял, как эта штука еще работает. Разберемся. Это, наверное, будет у нас следующий этап с этими с карточками сундуков, как обычно. Ладно, разберемся потом. Так, давайте смотреть. Ну вот это Фрея, это общий дракон. Вот храбрые кости, это у нас что? Вы видите этих драконов, пока время не истекло. Ну, в общем-то, не знаю. Может, приступим к чему-то, к какому-то выведению. То есть из этих четырех можно слепить вот дракона-скелета, получается. Как-то так. Или просто нам его потом автоматом. Да, автоматом дадут, ясно. Ну, как бы, атака. Ну, нету особого смысла за этим гнаться. Дракон-скелет тоже ничего из себя не представляет особенного. А эти тоже драконы какие-то слабенькие. Дальше идет у нас, вы увидите как можно больше драконов, да, я вроде как активировал, да, участвую, хорошо, так, это то же самое, да, и заядлый фермер, ну, я тут уже немножко выполнил, в общем-то, это дело я за 3 дня выполню. А, выполню, ну как, я-то получил, как бы, вот 600 очков, да, но оленя точно не получу. Это нужно занять лешего. Нужно быть в первой десятке. То есть, ну, короче, все такое какое-то унылое. Ну, давайте вот сюда перейдем.
Я как раз, как видите, я всего лишь, вот это второй сбор за всю вот эту акцию. Я утром собрал на 4 часа, и вот это второй сбор, по-моему. Ну да, вот как-то так. То есть я всего-то вот пятый час в этой акции, ребята, к сожалению. Ну что, давайте зайдем. Так, деревья посреди Мидгарда. Это, то есть, Мидгард — это же земля, да? Но драконы не живут на деревьях. Может быть, здесь живут люди? Люди населяют Мидгард? Ох, батюшки, взгляни. Это же кукла викингов. Должно быть, в этой деревне живут викинги. Давай еще понаблюдаем. Хочу понять, что здесь происходит. И не своди с глаз Бранта. Этот подлец где-то поблизости готов выскочить и напасть на нас. Так, а мы управляем Локи, получается, да? Крохотным Локи. Так, ну, надеюсь, здесь не будет таких жестких ограничений, которые были в прошлой акции. Так, Нидхэк. Давайте же нападем. Так, тише, дракон Нидхэк, не шуми. Я не хотел ничего такого, когда устанавливал эти ловушки, честное слово. Бран, ты снова натворил. Почему ощерился на тебя? Так, это защитник леса. Ему не понравилось, что я расставляю здесь ловушки. И он решил поджарить мою задницу. Помогите мне, пожалуйста. В общем-то, так мы... Короче, эти все мелкие викинги переходят на нашу сторону. Ну, дракон такой, выглядит неплохо. И факел добивает. Спасибо, что спасли мою задницу. Этот дракон чуть не зажарил ее. Так, ты должен нам все объяснить, Бран. Кто послал тебя остановить нас? И что он задумал? Я не могу, Ария. Я боюсь его даже больше, чем вас обоих. Или даже больше, чем дракона Нидхега. Если хочешь получить ответ, тебе придется спросить у кого-нибудь другого потом. Ну, тут, наверное, особой разницы нет. Тут путь в два раза короче, но шаги в два раза дороже. Давайте пойдем сюда. Так, 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 ладно, погнали. Опачки, ничего себе, мы его съели. Алло, оп. И это мы потихонечку собираем Одина. ...99 туда. Ну, короче, это все длинные пути. Ладно, давайте пойдем сюда. Так, ну здесь остаются все наши драконы. Так, давайте рысь заблокируем. Ой, удачу, точнее, удачу. Это тоже какой-то лесной... жилец. Так, ну и потопали вот сюда. Не знаю, может, нам хватит дойти, может, не хватит. Ух ты, прикольный, прикольный дракон, он не почитал, как его зовут. Это воин, да, какой там что-то? Не Арес? Нет, не буду гадать, не помню, кто это. Так, ну вот еще кусочек мы прошли. Ну вот сюда дойдем. И, пожалуй, все. Хотя, наверное, лучше сюда пойти. Так, ну, у нас очечки закончились. Да, так что, ну, сегодня я пройду, наверное, вот этот второй уровень. Но это капец. Это капец. Это провал. Но ничего страшного. Ничего страшного, ребятки. Как-нибудь прорвемся, так сказать. О.
Иди сюда. Так, код дружбы, ребятки, 5B0F59. Так, так что не забываем раздавать друг другу подарки. А то что-то сегодня как бы подарочков было не максимальное количество. Вот так вот. Пару дней не было серии по легендам Дарканомании, и вы уже забыли про то, что нужно каждый день дарить друг другу подарки. Нехорошо, ребятки, нехорошо. Так что исправляйтесь. Нужно исправляться. Так. Так, а давайте проверим. Я же вроде как все условия выполнил. Так, у меня максимальное количество жилищ. Так, ну здесь не актуально, потому что у меня есть бонус. Так, ну здесь я выполнил все, кроме сбора еды. Ну, то есть я еще 3 раза соберу еду и будет нормально. Ну и чуть-чуть поймать существ нам осталось. Отлично. Так, заглянем на колдовскую арену. Нужно собрать нам награду. Эпическое зелечко нам попало. Так, сколько у нас... Ой, промахнулся. Не туда хотел. Так, ну, 747. Очень много. Нужно сбрасывать. Это кубки сами, короче, набрасываются. Нужно... их постоянно сбрасывать, потому что у меня довольно сильная команда стоит в обороне. Ну так, так получилось. Так что нужно их постоянно сбрасывать. Так, давайте заглянем к ученику, что у нас тут происходит. Отправляем подарок. Одолите 3 драконов, используя атаки ветер. То есть, да, что-то это задание не пошло нашему Джолтису. А, вот, давайте почитаем. Привет, у меня 2 аккаунта, я не успеваю заходить сюда, еще и школа. Прости, по первой же возможности стараюсь заходить, стараюсь. Да, ух ты, английский, так. Давай, вперед. Вот так вот. Ну, подождем и дадим ему потом новое задание. Ну, уровень же поднялся, 13-й. Это хорошо. Идем тогда на колдовскую. На карту и в героический режим. Вот так вот. Нас здесь ждет босс. Так, легенда, эпик, леги и буря. Да, эпик. Хорошо, помчались. Здесь есть ветер. Лучше попытаться заблокировать. Не помогло. Не сработала тень так, как надо. Добили нашего архангела. Давайте подожжем для разнообразия. Так, ну это уже как бы не страшно. Ну, пока что, ребят, исправляемся. Сейчас посмотрим, что у нас там будет за босс. Мега-супер-пупер-босс. Атакую... В общем-то, стараюсь атаковать дракона повыше, чтобы его как-то как-нибудь добить, что ли. Так, нас опять какая-то зараза ослабила. И опять умер архангел. Жутко, короче, слабо получается, да? Только факел нормально так дамажит. Так, ой, я получил награду героя стимпанка. Это за что? За что дали эту награду? А, это за, наверное, за этого босса дается стимпанк. Ага. Очень даже хорошо. Итого, мы уже, ребятки, на следующем острове. Давайте пройдем. Оу, 64-е, но их 2 всего лишь. Не знаю, давайте попробуем, хотя мы, может, попытаемся открыть врата. О, да.
это вообще ни о чем. Они сейчас будут чуть ли не с одного удара убивать. Ну, то есть с одного удара получается. Атакую одного вот этого вот верхнего, чтобы хоть кого-то добить. Так, ну походу нам хана, то есть. А почему это вообще как бы не шарахнуло вот этого парнишку? Ну все, мы окочурились. Так, ну что, давайте кого наймем друга тогда. Так, ну тут особо сильные нам не надо, ребята. А нам вообще хватит? Не хватит нам. Вот в чем прикол. Здесь же 2 очка за ход. То есть я могу здесь нанять только кого-то, у кого 6, а 6 это нас вообще никак не спасет. Вот за 6. Ой, не, ну... Это вообще очень слабые драконы. К сожалению, печалька. То есть здесь нужно только будет VIP-статус, что ли. Ладно, попробуем еще, может, в следующей серии может и получиться. Не так уж сильно нам там и не хватало, ребятки. Ну, на этом, ребятки, тогда все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.